День России. А какими должны быть россияне будущего? Как их должны звать? Спросим у прохожих. Ну, если, допустим, внукам, я бы хотела, чтобы Владимир был из мужских имен. Из женских Елена нравится имя. Светлана тоже хорошо. А качества какие вы должны быть? Ну, самое главное, чтобы это... Даже не знаю. Чтобы были патриотами, чтобы любили, уважали флаг свой и это, родину любили. Ну, и хорошими работниками были. Какие имена бы вы выбрали своим внукам? И какими качествами они должны обладать, когда вырастут? Порядочность в первую очередь. А имена наши, ну, мне вот Мария нравится, Маня. Егор нравится. Дмитрий, Михаил. Ой, боже мой, такой патриотический вопрос. Ну, Ванька, наш русский, Иван, это, конечно, наш. А наша черта и наш менталитет – это соборность. Мы должны быть все вместе, помогать друг другу. Да, ну, и быть добрыми, порядочными. Это наш российский характер. А по-другому нельзя. Ну, не знаю, конечно. Но самое главное, чтобы он хорошо, как бы... выражал свое мнение общее там. Самые популярные российские имена, мне кажется, женская Мария, мужское Александр, Иван. А качество? Доброта, человечность, в первую очередь, я считаю. Качествами? Ну, честностью, надежностью, патриотизмом. Вот. А имена? Российские имена? Ну, Ульяна... Я не знаю. Любые русские имена красивые. Иван – любимое мужское имя у меня. Иван. Надежность. Мария и Дария. А мужские спросили или женские? Нет, мужские, не, любой. Женские. Мужские, женские. Женские – Дарья и Мария. Наши, а российские. Какие? У женщины? И у женщины, и у мужчины. Как сказать, нежность и сила. В моих внуках, во всяком случае. Нежность и сила одновременно. Да, самые сильные и самые красивые. Ну, нежность немножко еще учим. Доброжелательность, взаимодействие и понятие другого человека. А имена? А имена Иван, Маша, Ирина, Николай. Любимые имена? Да не знаю, все имена хорошие, каждый по-своему так-то. А качество? Наверное, маленько доброжелательности в людях не хватает. Злые какие-то все стали. Жесткие, вот. Все. Самое главное.